Нет. Вот он медиум боди. Теперь мы делаем суши. В целом, видите, как мальчик удобно делает на таком специальном матике для делания суши. Зачем он это делает? Вот смотрите, я делаю без него, но я это могу себе позволить, потому что я это много раз делала. Я в целом умею. Теперь мы кладем сюда, что захотим. Конечно, есть очень правильные оригинальные рецепты оригинальных суши, но мы так не делаем. Мы просто берем тонкие куски чего-нибудь. Надо еще. Еще риса надо? А тебе не надо так много риса, потому что оно не завернется. На. Типа. Вот, теперь я добавляю в свои суши васаби. Просто вот небольшими кусками вот так промазываю. А маленький ребенок не любит этого делать, поэтому он не будет это промазывать. Теперь мы аккуратно это поднимаем. Я это умею делать, потому что я это сделала уже очень много раз. И закручиваем. Теперь вот эта часть, сухая бумага, не будет приклеиваться. Поэтому мы ее промочим вот так вот. И склеим. Вот. Вот это наш первый ролл, который, конечно, комом. Но он полежит 15 минут, очень хорошо склеится, пропитается. Мама, и мы... клей. Да, мама склеит сейчас. Вот. Если вы делаете впервые, то все получается, может быть, не так легко и изящно. Но, опять-таки, вы начинаете скатывать бумагу, она приподнимает скатывать... бамбуковую подстилку, она приподнимает лист, и вы можете теперь скатать все. Вот. Вот получилась наша вторая штука. Да, теперь мы можем чуть-чуть подождать. Для того, чтобы склеился вот этот вот боковой шов. После этого мы это порежем по красивым полосочкам, которые здесь есть поперек. И мы сможем это есть. Всего доброго. До свидания.